сзади ее, значит, она мешает. Первый раз показывает, в какой руке монетка, да? Показывает первый раз. Вот, закрывает. Значит, один в тройке спрашивает, в этой руке монетка? Да. В этой руке монетка? Да. В этой руке монетка? Да. Правду откалибровали, да? Спрашивает теперь опять, в этой руке монетка? Да. То есть ответ второй раз, когда лжешь, тоже да. В этой руке монетка? Да. В этой руке монетка? Да. Оп, откалибровали два состояния. Правда, ложь. Дальше он мешает монетку сзади, достает, и мы угадываем. Мы его спрашиваем, в этой руке монетка? Он отвечает все время на любой вопрос «да». Ну, они так и делают, эти лгуны, они все время именно так и лгут. Понятно, в общем-то, просто все. Давайте на тройке снова. И определяем ложь. Поделимся, да. И сейчас посмотрим, кто как это видит лгунов. Так.